Компания Максим представила новый микроконтроллер Максу 7670А, который представляет собой полноценную систему на кристалле, работающую с цифровыми и аналоговыми сигналами датчиков. Микроконтроллер интегрировал все функции, необходимые для высокоточного измерения дифференциальных аналоговых сигналов с малой амплитудой. Максу 7670А является 12-разрядным. Имеет более высокую по сравнению с представленными ранее микроконтроллером Максу 7670А производительность при обработке смешанных сигналов. Это дает возможность измерения и обработки сигналов различных датчиков с дифференциальными выходами в микровольтовом диапазоне, в том числе и таких как анизотропные магниторезистивные датчики АМР. Датчики АМР обычно применяются для бесконтактного определения линейного и углового смещения в автомобильной технике и промышленности. Особенностью Максу 7670А является наличие 8 однонаправленных или 4 дифференциальных входов, программированного дифференциального усилителя и 12-разрядного аналогового преобразователя. Интегральная схема оцифровывает входной сигнал датчиков высокой точности в реальном времени, отслеживает состояние питания на предмет нарушения номинальных значений напряжения, имеет встроенный программируемый контрольный таймер. Цифровой интерфейс интегральной схемы включает контроллер CAN-2.0B, CPI, JTAG и 7 вводов-выводов общего назначения. Кроме того, интегральная схема имеет таймер общего назначения компараторов с возможностью использования шин. В Максу 7670А интегрирована 16-разрядная RISC-ядро Максу, которая дает возможность оцифровывать данные и выполнять программы пользователя с производительностью до 16 MIPS. В дополнение, Максу 7670А имеет статическое ОЗУ объем 2 кБ и флеш-память объем 64 кБ. Для перепрограммирования интегральной схемы непосредственно в системе предусмотрена флеш-ПГУ объемом 8 кБ, которому пользователь может ограничить доступ посредством пароля. Max 7670A выпускается в 40-выводном корпусе TQFN с габаритной силой 5 на 5 мм и работает в расширенном температурном диапазоне от минус 40 до плюс 125 градусов Цельсия.